428-й день войны и свежая длинная сводка с Русланом Левиевым. В ней мы обсуждаем, насколько передача вооружений Украине уже завершена или нет, потому что командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Коволи сообщил, что Украине передано 98% всех обещанных вооружений. Спецоперации России по дезинформации, как они устроены и как мы их наблюдали минувшей зимой. Об этом тоже подробно в сегодняшней сводке. Новые обстрелы Николаева калибрами, которые. Которые вновь вернулись в, собственно, ростер российских возможностей для нанесения атак. Мы давно их не видели и вот снова увидели. А также об уморительной битве между батальоном Поток и ЧВК Вагнер в сегодняшней сводке. Вы можете поддержать ее лайком, комментарием, подпиской на канал. Можете поддержать канал на Патреоне, ссылка на него будет в описании. А также с помощью Супер Спасибо. Эта кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. Вот наш разговор с Русланом Левиевым. Привет, Руслан! Много чего-то нападало всяких историй и про значит, то, что Украине все поставят вовремя, говорят американские генералы, и самолеты российские продолжают самоуничтожаться без помощи Украины. В общем, угу. много всего. Расскажи, пожалуйста, на что ваша команда обратила внимание? Много, на самом деле, для нас нападало лонгридов, и у нас на предстоящие выходные прям такой образовался целый пул материалов, которые надо очень внимательно разобрать и прочитать. Вот, но до этого мы, мы еще дойдем. Там некоторые из лонгридов, не лон а объемных материалов я освещу сегодня. Начну с основных новостей, горячих, по горячим событиям, скажем так. Этой ночью Николаев, по Николаеву нанесли удар четырьмя ракетами «Калибр». «Калибры» мы как-то давно не, не замечали, и вот снова их пустили. Изначально сообщалось, что якобы это были ракеты «С-300». Вот. Но позднее украинские военные скорректировали информацию, сказали, что это были конкретно ракеты «Калибр». И сообщают, что одна ракета попала в многоэтажку, другая разрушила частный дом. Куда попали еще две ракеты, на данный момент не сообщается. И сейчас уже известно о 23 раненых и одном погибшем. Как и всегда в таких случаях бывает, с большой вероятностью цифра может еще вырасти, потому что, поскольку попали по жилому дому, прям по многоэтажке, то там завалы, которых надо долго разбирать, искать раненых, погибших, поэтому цифра может быть будет меняться. Другая тоже такая обсуждавшаяся новость довольно-таки громкая. В результате обстрела российскими войсками Антоновского моста около Херсона был ранен журналист итальянского издания La Repubblica, а также погиб гражданин Украины, который работал у него фиксером. Для тех, кто не знает, фиксер – это, как правило, помощник журналиста, который знаком с местностью, как правило, он человек местный, знает, там, куда идти, с кем разговаривать. Часто он выполняет еще функции переводчика. Такой местный проводник, грубо говоря. И вот этот фиксер, гражданин Украины, который помогал итальянскому журналисту итальянского издания, он, к сожалению, в результате этого обстрела погиб. И само издание «Ла Репаблика» отдельно подчеркивает, что эти люди, они ехали в машине в жилетах с надписью пресса соответственно все необходимые маркировки отличающие их от комбатантов у них присутствовали что конкретно это был за обстрел то есть это артиллерия или в смысле какой-нибудь там град или какой-нибудь там миномет или там может быть какой-то дрон камикадзе в данном случае, ну я уточнений по крайней мере не встречал вот, нужно будет тоже с этим еще разбираться Потому что если целенаправленно били по гражданским, то, конечно же, это является военным преступлением. Также вчера я вам говорил про, что, как мы, ну не мы, в смысле, а вообще люди, которые следят за этой войной, по новому некрологу одного из погибших мобилизованных установили, что, оказывается, Макеевка была не первым подобным инцидентом, что 24 октября прошлого года был удар по Дому культуры в Червоно-Поповке Луганской области, где размещалась группа мобилизованных. И в результате чего там тоже какое-то большое количество мобилизованных погибло. На данный момент неизвестно какое. Корреспондент Радио Свободы Марк Крутов он взял спутниковые снимки этого Дома культуры в Червоной Поповке за вот 26 марта, как Дом культуры выглядел прошлого года, и за 8 ноября прошлого года. Как видите, видны серьезные разрушения там, спустя там, буквально там, неделю-полторы после э, удара. Тем самым подтверждается сам факт удара под подобную культуру, что он действительно был. И он, как видите, он был довольно-таки заметным. Что, в принципе, все больше и больше похожа история на правду, что там погибло много людей. Но пока что новых некрологов по, по тому событию пока что мы не обнаружили. Ну или не смогли пока что связать. Будем дальше это изучать. Один из таких объемных материалов, которые вышел он тоже от Марка Крутого с Радио Свобода, он описывает, как в феврале 23 года Главное оперативное управление Генштаба Армии России, Вооруженных сил России отчиталось об успешных усилиях по оперативной маскировке, которые были призваны убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси. Это следует из секретного документа Минобороны США, который попал в, сеть, в результате всей этой утечки, которую допустил Тейшера, военнослужащий из Национальной гвардии США. И в изученном документе говорится, что операция по оперативной маскировке проходила с 3 по 10 февраля, и руководители Главного оперативного управления Генштаба армии России заявили, что успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности подобного наступления, и в качестве доказательства этого они ссылаются на отчет службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщение о совместных летно-тактических учениях между Россией и Беларусью, которые начались 16 января, а также о переброске в Беларусь из России комплексов «Искандер-М». Вот. И, соответственно, еще там в этом документе говорится, что это же главное операционное управление Генштаба армии России рекомендовала продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив ее на две фазы. Первая фаза должна была продлиться там до 6 марта, а вторая с 6 по 11 марта. И вот возвращаясь вот в те времена, там конец января, февраль, март, я прекрасно помню, как меня прям долбили журналисты, в том числе из Украины, из России, там, других стран, с вопросом, а вот возможно новое наступление стороны Беларуси Как вы это оцениваете, возможно или невозможно Я в принципе это и свод, тогда говорил Что типа на данный момент, по каждому дню Мы не верим в возможность такого наступления Потому что никакой активности Которая бы говорила о подготовке этого наступления Мы не видим Никаких перебросок сил мы не, тоже не видим А те военные российские, которые там присутствуют в Беларуси Это мобилизованные, которые продолжают там подготовку и обучение о том же самом говорил и министр обороны Украины Алексей Резников тогда в феврале. Да, я как не раз вы, хотел что... сказать, что дезинформировать получилось не столько официальных лиц в Украине, сколько некоторых европейских. Что? Часть общества, скорее. Часть говоря. общества, да, да, особенно в контексте европейских некоторых политиков, которые угу. там действительно рисовали. Ну ты помнишь, я почему у тебя это спрашивал, потому что я говорю, Руслан, ну вот мы вот обсуждали, конечно, ну вот там тот-то сказал, этот-то сказал, типа давай еще раз. И вот, а украинские официальные лица вроде как не особо повелись на этот развод. Да, они не повелись, плюс в этом плане мы особое внимание обращали и на публикации наших хороших друзей, мониторинговой группы «Белорусский Гаюн», потому что они в этом плане куда лучше нас разбираются, это сильно для того, что происходит на территории Беларуси, у них полным-полно своих источников, информации и они вот тоже тогда прямо это прям вот так вот прямо и говорили что вот эта информация о летных тактических учениях между россией и Беларусью это явно российское ипсо то есть информационно-психологическая специальная операция не более того что никакой подготовки в данный момент в тот момент к возможному наступлению не ведется те военные, которые есть, это просто мобилизованные, которые проходят обучение. Поэтому в этом плане, все, что касается Беларуси, как я уже не раз говорил, там советую читать мониторную группу «Белорусский Гаюн», они очень качественную информацию каждый раз предоставляют. Возвращаясь к вопросу того, что происходит вокруг Бахмута, основной горячей точки, и вокруг всех вот этих расплодившихся якобы ЧВК, последние там пару-тройку дней Большин, больше всего обсуждают некую ЧВК поток, которая типа создана Газпромом. И информация она получила свое развитие. Появились две такие видеозаписи. Первая, потрясающие, абсолютно это... потрясающие, да. Да, первое, соответственно, от якобы этой ЧВК, хотя на самом деле сами представители этой, этого батальона они не называют себя ЧВК, они говорят, что типа мы батальон поток, который сформирован из сотрудников службы охраны Газпрома. Изначально нам обещали, что мы подпишем контракты с Министерством обороны России, но в дальнейшем, когда типа, нас привезли вот к линии фронта, мы, под... нам, нас вынудили подписать контракт с ООО «Редут». Про «Редут» я помню, я вам уже не раз рассказывал, что тогда есть такая <coughs> еще одна частная военная компания, про которую пока что мы знаем мало. И в данном случае их слова фактически подтверждают то, что я говорил, относительно того, что поток это явно не ЧВК, это вот явно один из тех добровольческих таких батальонов, который формировался еще до начала частичной, частичной мобилизации. Мы помним те истории, которые ходили, приходили к нам со стороны Газпрома, ну, работников Газпрома, которые нам поставили информацию, что вот ходят такие типа вербовщики, уговаривают сотрудников охраны как бы подписать контракт, чтобы отправиться в рамках какого-то такого своего Газпромовского батальона на войну. И вот, видимо, вот эту вот приставку, что это ЧВК поток, видимо, дали там то ли, не знаю, местные активисты, журналисты, блогеры какие-нибудь, поэтому и начали их называть ЧВК поток. Хотя по факту, даже как видите, даже они сами себя так не называют. Так вот, в этом видеообращении, в котором они обращаются к Владимиру Путину, главнокомандующему, во-первых, они отдельно подчеркивают, что типа как так, типа нам обещали, что мы подпишем контракт с Минобороны России, а мы почему-то подписали контракт с неким ООО Редут, какая-то неясная такая ситуация, типа получается, типа кто мы вообще с точки зрения закона? Кто а, я? Да, как говорит Да. да а другая их претензия была в том, что вот они приехали в Бахмут и они, им передали позиции, которые удерживали в какой-то момент наемники Вагнера. И они там находились, но ввиду того, что началась активная атака со стороны украинских сил, а у них не было достаточно обеспечения, не было, как они говорят, не было достаточно оружия, поддержки, то было принято решение отойти с этих позиций, но этому начали препятствовать наемники Вагнера, и более того начали им угрожать расправой, ну, то есть фактически убийством, если те действительно отступят с этих позиций. Собственно, и вот в этом основная их претензия, в которой они обращаются к Владимиру Путину, типа «Путин, спасибо, помоги», грубо говоря, такое. И появилась видеозапись со второй стороны, со стороны группировки Вагнера. Там мы видим, как некий наемник Вагнера, который, как он говорит, типа «Вот, мы тут находимся на западной окраине Бахмута», Здесь мы удерживали позиции, и он там рассказывает, что типа вот там показывает такой, типа вот тот фланг удерживал вот это вот, как он называет, ДРО, поток, ну, типа, какой то видимо, добровольческая рота или что-то, не знаю, как... как добровольческая рота отреби, как тебе такая расшифровка? Может быть и так, да. Вот, говоришь, типа, вот поток удерживал фланги, потом со стороны ВСУ выдвинулся, там, типа, отряд в 30 военнослужащих, и, типа, эти потоковцы, и он там отдельно обчеркивает, как мы их называем, голубой поток, они побежали. И поэтому... А эти позиции, типа, изначально отвоеваны нашей кровью, кровью вагнеровцев, поэтому он, ну, в общем, кроме их там трехэтажным матом, типа, ну, как бы они, по сути, грубо говоря, говорят, о том, что типа они не воины. Вот. Две вот такие вот позиции острые по отношению друг к другу между двумя такими подразделениями, группировками. И отдельно был еще комментарий самого Пригожина, записанный, где он там ехал в машине. И он, я в этом выделил в его комментарии пару вещей, точнее одну вещь, конкретно вот в этом комментарии. Он говорит, что вот расплодились всякие ЧВК, он отдельно говорит, что это для того, чтобы не было вот такой однородной силы в виде, как он называет это, ЧВК Вагнера. И, и на что я обратил внимание, он там говорит, что и вот сейчас всем говорится, что когда-то будет борьба за власть, и поэтому сейчас все пытаются создать свои частные армии вот, на случай там, будущего подобного развития событий. То есть, по сути, он нам рассказывает о том, что в кругах этих элит, ну, Газпром, Кадыров, Пригожин, другие такие крупные лица, видимо, есть, ну, или возникает какое-то такое ощущение, что ситуация в России может резко поменяться, что, видимо, может какой-то момент Путина, видимо, может быть, не стать, и тогда начнется какой-то там передел власти, какая-то внутренняя борьба, и для, для этой борьбы тебе нужны будут вооруженные люди. И вот поэтому, типа, все начали создавать, типа, свои ЧВК. Вот, как бы намекает на возможность гражданской войны внутри России в будущем после какого-то условного завершения этой текущей войны. Такой вот его как бы намек, ну как я это услышал в его комментарии, такой вот был у него намек. И у него еще отдельно от этого комментария был другой комментарий по ситуации с Бахмутом у Евгения Пригожина, в котором он опять жалуется на нехватку боеприпасов, опять говорит, что вот лица, которые ответственны за выделение боеприпасов, мы все их имена знаем они опять не выделяют нам боеприпасы, им предстоит в будущем отвечать перед матерьми погибших солдат, говорит, что типа из-за этой ситуации там, где мог погибать один наш наемник, погибает пятеро, потому что не хватает боеприпасов. И еще говорит, что сейчас у них боеприпасов осталось на 2-3 недели. Ну, может быть, конечно, он преувеличивается, специально, чтобы как бы, надавить там, на Путина, и чтобы он сказал, что типа, опасно, ситуация опасна, там, быстрее типа, реагируйте. Я допускаю, такой вариант тоже. Не факт, что это реально именно такая ситуация. Ну и пресс он говорит, что, по его мнению, украинское контрнаступление начнется, когда закончатся дожди, почва подсохнет, и, возможно, даже начнется там, типа, на 9 мая, чтобы приурочить к этому такому а, событию. По части дождя и погоды мы действительно все эти дни видим, что это действительно влияет на обстановку на линии фронта. И есть много видеозаписей актуальных, свежих, где мы видим продвижение украинской техники, которая там массово застревает, там всякие шишиги, там сидят прямо на днище, в грязище жуткой, приезжает только какая-нибудь максимум гусеничная техника. Это, да, конечно, безусловно, тоже, тоже влияет. Видимо, это, этого действительно все сейчас ждут. Ну, в общем, в целом, подводя итог, я, конечно, такие ругани, споры и угрозы друг другу этих подразделений между собой только одобряю. Если они там друг друга себя перестреляют, нам будет лучше, потому что больше возможностей для Украины быстрее продвинуться, быстрее отвоевать эту территорию обратно. Так что в этом плане я только одобряю то, что происходит между этими группировками. Я рад, что ты разделяешь мою любовь к битвам кала и мочи. Вот, Благо, их становится все больше. Вот... Жаба и гадюки. Да. Ты знаешь, для жабы гадюк как-то мелковато. Ну, то есть, мне кажется, что мы вот часто говорим жабы и гадюки. Ну, слушай, ну кто там жаба, кто там гадюк? А это все-таки достопочтенный mm -hmm. земноводный. А это ближе к описанным мной, по моему противостояниям. В любом случае, про эту историю отдельно я тоже как-то mm -hmm. буду рассказывать. Но здесь мы можем можем перекинуть мостик как раз к контрнаступлению, в каком его преломлении. Появилось несколько соображений, которые вызывают большой мой, по крайней мере, интерес. Первое – это заявление о том, что Украине переданы 98% обещанного mm -hmm. вооружения, а второе – это история про то, что ну, как бы не сомневаются, что у Украины есть все эти возможности, и вообще сейчас хорошее открывается окно возможностей. Ну, то есть, вот западные, западные даже это не военные аналитики, это а непосредственно военные, как-то вот так активно начали уже про это говорить и совершенно не в той тональности, в которой мы видели это обсуждение последние, ну, наверное, недели три, когда все такие вот не стоит ожидать слишком многого и вообще там, значит, черт его знает, будет оно или нет. Вот какая-то появилась уже совершенно другая тональность, по крайней мере, как это вижу я. Видел ли ты эти заявления и что вы про них думаете? Вот вот это вот заявление, это, это был какой-то американский генерал, я сейчас не вспомню его фамилию, который сказал следующее, что Запад успеет передать все обещанные танки и бронетехнику к моменту начала украинского контрнаступления. И я в этом ну, прям вот очевидно вижу такую пиар-ловку. Но, конечно же, они успеют, потому что украинское контрнаступление не начнется, пока всю эту технику не передадут. Ну, как бы логично. Просто они выворачивают это в обратную сторону, что как будто бы это они так успевают. Так нифига подобного. Это же наоборот, сейчас контрнаступление, оно изначально уже его начало оттягивается из-за того, что как раз не успевали с поставкой техники. И аналогичным образом это заявление прокомментировал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сказав, что Типа Киев сомневается в оценке Пентагона, что Украина получила более 98% обещанной боевой техники от Запада. И, соответственно, сейчас именно во все, все именно вот в это упирается. Конечно, мы со своей стороны не можем как-то перепроверить, подтвердить, ну вся техника, не вся техника предоставлена сейчас Украине, какую ее часть предоставлена, когда она будет, нам остается только полагаться на все подобные э, заявления. Вот, но да, мы видим, что это одна из основных причин, почему Украинское контрнаступление до сих пор не началось. Я только уточню, что это ну не просто там какой-то абстрактный генерал, да, мы уже привыкли, что mm -hmm. каждый второе публичное лицо, когда что-то заявляет, это генерал какой-нибудь страны. Значит, mm -hmm. здесь это командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Коволи. То есть это действующее, действительно официальное лицо э, высокого уровня. И вот он говорит, что передано 98% боевой техники и что все успеют, значит, передать оставшиеся... Тоже в срок. Для меня это выглядит, знаешь, как? Ну, то есть, типа, как будто есть две истории. Первая это одна публичная история про то, что всего не хватает, медленно передают, ничего не работает и прочее. А второе это что всего хватает, все хорошо и все замечательно. И тут mm -hmm. получается такая дихотомия, что либо первая неправда, либо второе неправда. Да? В каком случае может быть первая неправда по поводу того, что мы там сомневаемся в том, что много перед всего там? В случае публичной попытки там дезинформации. И это вполне возможный вариант. То есть я могу себе представить такой план, что мы вот все время делаем вид, что у нас все очень плохо, ничего не передается, а потом херачим там ударным кулаком неожиданно для России. Угу. Либо наоборот, хорошие мины при плохой игре. Что из этого реально? Я, честно говоря, не могу сказать, потому что, ну, как мы с тобой не, разу, не раз отмечали, украинские поставки — это тайна, покрытая мраком, то есть пока мы не видим их на поле боя, мы даже не можем сказать, что именно, когда приехала и ориентируемся исключительно на официальные заявления, когда там канадцы сказала, поставит, поставила, там Испания сказала, что-то приехала. А так мы не особо знаем, насколько я понимаю. Да, более, более того, в сводках я вам не раз показывал образцы техники, про, про которые вообще никогда никакого даже намека не было, что там собираются поставить, и мы просто по факту это в дальнейшем обнаружили. Что касается там финской техники какой-нибудь, там иранских боеприпасов, там и, и всего, всего подобного прочего. Там и еще один такой момент по Словении я сегодня тоже как бы освещу, но до этого еще дойдем. Поэтому, да, в этом плане мы, вот мы как стране наблюдатели, в таком находимся, по сути, мраке, потому что у нас не за что зацепиться, чтобы понять, где, какое заявление ближе к правде, а какое менее близко к правде. Поэтому, да, вот, как бы наблюдаем просто со стороны. Немного новостей по части мобилизации, там, срочной службы, там, повесток и всего прочего Первая новость про то, что в очередной раз мы видим, как Петербург впереди планеты всей, грубо говоря Ну конкретно впереди всей остальной России Потому что когда приняли все эти поправки по электронным повесткам мы помним заявление военкома из Питера, который говорил, что типа, а мы вот уже прям будем в тестовом режиме рассылать электронные повестки, вот прям сейчас, там на весенний призыв, и ему с ним пытались против, из, изменить цифры. А теперь вот начали, там же в Санкт-Петербурге, рассылать повестки нового типа. Они бумажные, но в, в углу, как вы видите, вот красная такая как бы а-ля печать, штамп стоит где написано, что в случае неявки военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры. Мы помним, что как раз таки поправками по электронным повесткам и придуманы вот дополнительные ограничительные меры в плане там, запрета выезда за рубеж, там, запрета на сделки с имуществом и всего подобного прочего. Причем отдельно еще обращу внимание, что поскольку это бумажная повестка, то по идее Внизу должна быть та часть, где вы ставите свою роспись, что повестку получил. Это, это, по идее, часть должна отрываться и как бы забираться представителям военкомата. А в данном случае эти повестки кладут просто в почтовый ящик. И вот этой нижней части, где вы должны поставить подпись, ее вообще банально уже даже нет. Она изначально уже прям сразу оторвана что, в принципе, как бы, ну, незаконно, и даже под, под, под все эти поправки она тоже не, не подпадает, потому что новая редакция закона о воинской обязанности предполагает вручение бумажных повесток именно под расписку. Да, там появились еще электронные повестки, но вот бумажные повестки все еще должны подаваться под расписку. А в данном случае мы подобного не видим. В свою очередь представители питерского военкомата сказали, что типа, вот это вот предупреждение об ограничительных мерах, которые вы видите на Новом образце повесток. Это только для тех, кто в предыдущие призывы уклонялся. И поэтому, типа, в отношении них там, типа, как будто бы такой особый порядок. Но как-то я бы не особо этому доверял. Как всегда, раз они, <coughs> раз они даже между собой не могут разобраться. Там, военком говорит, что типа все электронные повестки расслаем. Менцифры говорит, что типа нет, такие повестки пока что незаконно не имеют юридической силы. Вот, они даже, даже между собой не могут разобраться. Поэтому таким оправданием я бы все-таки не доверял со стороны военкомата. Другая важная новость, которая для нас была немного удивительная, она пришла от губернатора Калужской области Владислава Шапша, который сказал, что он решил сменить областного военкома, чтобы добровольцев не мурыжили и быстрее отправляли на войну. Как он сказал, «В военкомате не место волоките бюрократии. Человек приехал, чтобы подписать контракт, ему нужно быстро оформить документы, включая медсправки. Он готов ехать служить. А поскольку у вас тут такая волокита происходит, то типа я вот сменил областного военкома. Почему а у него есть удивляет? такие вообще полномочия, нет? Вот я и говорю: вот почему нас удивляет Потому что а, а, по, я напомню, что когда была а, началась частичная мобилизация, была одна новость, я не помню, какой это был регион, где тоже какой-то губернатор отчитывал местного военкома. И тут военком говорил, что типа, там есть, есть, там, прям ну, как перед начальником отчитывался. И я тогда вс-таки говорил: типа: по идее, этот военком может просто послать на три буквы этого губернатора, и ничего ему из этого не будет. И он будет абсолютно прав, потому что губернатор ему не начальник. И, а в данном случае мы видим, что как будто бы губернатор меняет военкома, как сам губернатор. Да, военкомы подчиняются Министерству обороны, типа да. губернатор никакого отношения к ним не имеет. В, возможно, есть какие-то изменения в плане того, что когда начали формировать вот эти вот призывные комиссии уже, по-моему, в конце прошлого года в, в, в плане вот всей этой работы по мобилизации, по цифровизации, электронным повесткам, и все прочем, там поставили так, что уже во главе этих комиссий стали как раз-таки губернаторы. Я не знаю, может быть, в рамках вот таких изменений им дали дополнительные полномочия, в том числе по смене военкомов. Но ну, я про такое не слышал. Но, в общем, ситуация довольно-таки для нас подозрительная и странная, я бы сказал так. Новость, которая с таким лирическим подтекстом, лирическим отступлением будет. Наш близкий друг Эрик Толлер из команды «Беллинкэт» который он с нами давно и много плотно работает, он присутствует в нашем рабочем чате с самого момента создания нашей команды, поэтому мы с ним общаемся фактически в каждодневном режиме. Он как раз-таки был тем, кто установил этого Тейшеру, который слил документы сначала там на свой дискорд-сервер, а потом они попали в телеграм-канал Донбасс-девушка и дальше на Фочан и другие площадки. Вот он помогал New йорк Таймс дополнительно все это установить. Так вот он дальше немного копал сейчас всю эту историю и установил, что впервые широко публично вот эти секретные документы Тейшеры разошлись именно через телеграм-канал Донбасс Девушка, про которую тоже есть отдельное расследование от инсайдера, что это на самом деле была военнослуж бывшая военнослужащая ВМС США, которые такие пророссийские какие-то настроения. Ну, и телеграм-канал велся на, на английском, соответственно. Причем, важный момент, он смог доказать, что а, вот эти документы а, ав, авторам этого телеграм-канала слили про украинские тролли. А, прям в, в комментариях к, к очередной публикации в этом телеграм-канале. То есть там он прям приводит скриншот, Комментарий человека, который пишет, типа, вот у меня есть секретные документы, я готов там, типа, вам, администраторам канала, отправить. И этот комментарий был там за полчаса до появления в телеграм-канале Донбасс Девушка этих секретных документов. И как по факту мы видим, что именно в этом телеграм-канале появилась фотография документа, которая отфотошопленная где российские потери указаны, типа 15-16 тысяч потерь, а украинские там 60-70 тысяч потерь. То есть, видимо, была цель в том, что дать вот такому пророссийскому ресурсу отфотошопленный фейковый документ, а потом его типа разоблачить. Типа вот, Донбасс девушка публикует фейковые документы. Это наше такое предположение, что возможно было в этом такой мотив. Но это были что именно про, про украинские Такие тролли, там это ректуэр отдельно установил. Но, как нам видится, по сути, тут был такой выстрел впустую. То есть цель преследовалась только, типа, не знаю, потроллить, выпустить эмоции, не более того. Когда можно было действовать гораздо эффективнее, то есть если, окей, вы нашли место утечки секретных документов, которые относятся к войне, то правильнее было бы сообщить, там, не знаю, ну, например, в СБУ передать эту, эту, эту информацию, либо каким-то украинским журналистам показать все это, чтобы извлекли полезные данные, а может быть, наоборот, пресекли там, дополнительную утечку со стороны этой шереп поскольку там, по сути, раскрывается информация полезная и для России тоже. Вот. И именно благодаря тому, что Появился документ, где якобы заявлял, что российские потери во много раз ниже, чем украинские, именно благодаря этому привлекло появилось большое внимание ко всей этой утечке, и они так широко дальше разошлись по, там, по всем СМИ, по всем площадкам, фатчанам и всему прочему. И в результате, как бы вся, вся эта информация была потеряна, но напомню, что по итогам ведь Discord-сервер был удален, и расследователи они, и там, в том числе, как я понимаю, и СБУшники, наверное, тоже, они не успели получить доступ ко всем, ко всем слитым документам, только те, что успели слиться на, другие площадки, на там Телеграм-каналы и Фачаны, в том числе и мы, там, мы не видели все, там, 50 или сколько там документов, которые были изначально на Discord сервере потому что Discord сервер был удален из-за вот этого внезапно появившегося внимания благодаря тому, что Донбасс девушки. И вообще, для нас это Проблема с такой эмоциональной аудиторией всегда была, стояла очень остро с самого начала войны, именно с 2014 года. Потому что, возвращаясь в те времена, я прекрасно помню ситуации все эти, когда идут боевые столкновения на Донбассе. В те времена еще не так активно следили со стороны Минобороны за публикацией своих же солдат ВКонтакте. И поэтому была, информация была намного больше в самом же ВКонтакте, в том числе профилей российских солдат И поэтому их там было легко так найти, установить И как только в те времена появлялась очередная фотография, там, не знаю, допустим, пленного российского солдата И находили там его имя, например, по военнику И находили его профиль ВКонтакте Тут же набегали прям... Тысячи человек эмоциональных, которые начинали засирать все комментарии под, под этим профилем, начинали писать по списку друзей этого профиля всем и говорили, что типа, о, там ваш, ваш близкий, он там военный преступник. В результате, вот от момента появления первой фотографии до момента того, как человек удаляет свой профиль, часто проходило там типа 5-7 минут. И как итог, такие расследователи, как мы, как Белинкетт, там как многие другие организации, фактически не успевали сохранить доказательства военных преступлений, по которым можно было бы в дальнейшем делать военное расследование. Это было, было и есть гигантская проблема для всего нашего там экспертного сообщества, потому что правильно в этом случае делать не привлекать дополнительного внимания, сохранить максимум информации, максимум всего информации извлечь. И когда там мы подобные там профили находили или находим, или когда Белинкет находит, порой мы следим за таким профилем месяцами. Там, не вываливая в паблик, там ссылка на него не, не, ничего не говоря про него. Потому что мы преследуем цель максимально собрать все необходимые доказательства для расследования последующих военных преступлений. Фактически, эмоциональная часть такой аудитории оказала серьезнейшую услугу режиму Владимира Путина. Потому что благодаря этому огромный массив данных, которые могут быть доказательством военных преступлений, был просто уничтожен, удален. Потому что появлялось внимание к профилю, человек его моментально вот так вот удалял и все как бы вы не, ни... никакой копии профиля нигде было, нигде сохранена не было. Я в те, времена отчасти эту проблему обходил другим способом, поскольку ВКонтакте в те времена он нигде еще не блокировался, в Украине он не был заблокирован, все им пользовались, он был с удобным интерфейсом, и поэтому все, все бежали сразу же в ВКонтакте искать профиля солдата. Я, видя всю эту проблему, что вот такая Эмоционально агрессивная аудитория набегает буквально в считанные минуты после первой, же, после первой же публикации Понимал, что, как правило, зачастую бесполезно пытаться их обогнать Я шел другим способом Шел в социальную сеть одноклассники Которая и тогда, и сейчас остается по интерфейсу уже ужасно неудобная Но благодаря этому там влияние этой аудитории было там на порядке меньше Там спокойно находил профиль того же самого человека или его родственников Находил хоть какие-то крупицы информации, которая полезна для расследования, общался с его родственниками, доказывал какую-то какую информацию и делал уже в дальнейшем расследование. Это, к сожалению, вот эта проблема вот, взаимоотношения с эмоциональными людьми, как они помогают фактически преступному режиму, она всегда стояла острой и продолжается. Есть и другие проблемы для расследователей, таких как мы. Например, самая такая новая проблема, которая мне попалась на глаза. Есть такой проект, называется GeoConfirmed, который активно работает в том числе и по текущему полномасштабному вторжению России в Украину. То есть по названию понятно, чем они занимаются. Они занимаются геолокацией фото, видео, связанных со всеми происходящими событиями на войне. Из-за каких-то там особенностей API Google Maps их проект был закрыт. Все, этого проекта сейчас нет. И они пытаются пробовать другие платформы, пока не все получается. И опять же, почему из моих сводок практически исчез DevMon? Хотя раньше там, мы, каждую каждый сводку начинали с карт DevMon. Потому что сам DevMon описывает, что я публикую вот эту информацию, а раз за разом по каким-то причинам Twitter удаляет мои публикации. И он пробовал там другую платформу, как-то тоже не взлетело, поэтому он просто перестал публиковать вот эти свои треды. Он об 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 обновляет свою интерактивную карту, но больше никаких там ни комментариев, ничего, как бы уже больше этого нет. И твиттер-тредов от него тоже больше нет. Поэтому и происходит вот такая постоянная борьба и гонка между платформами, технологиями, эмоциональной аудиторией и, с другой стороны, расследователями, такими как мы, такими как Bellingcat, такими как DevMon, Geoconfirmed и другие э, подобные вещи. Это серьезнейшая проблема для как бы, всего нашего сообщества. Вот. Такое вот большое лирическое отступление. Социальная реклама такая, да. Типа, да. Не, 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 не пишите, не пишите военным преступникам, что они военные преступники, дайте. Да, просто если вы, если вы находите какую-то новую информацию, которая еще не, широко не разошлась в паблике, подумайте, что было бы гораздо лучше для всего общества, наверное, какую-то сначала полезную информацию извлечь, ну или хотя бы, блин, воспользоваться сервисами такими, как webarchive.org или archive.is, и, ну, если это профиль в соцсетях или какой-то веб-страничка, сохраните хотя бы копию там, чтобы не было такого, что типа вы нашли, опубликовали ссылку, туда набежали тролли. И автор этой статиницы взял ее, удалил. И все. Доказались, все исчезли. Вот так вот делать не надо. Вы очень сильно помогаете военным преступникам таким образом. Вот. Переходя к следующей новости, тут британские депутаты выступили с призывом объявить группировку Вагнера террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую они играют в Судане, области Дарфур и регионе Сахель на стыке границ Буркина-Фасо и, и Мали. Но ну, Напомню, что э, США э, обозначили группировку Вагнера как транснациональную преступную группировку, так что не удивлюсь, если в Британии признают ее террористической группировкой, учитывая все, э, всю деятельность, которую который занимается группировка Вагнера по деятельности группировки Вагнера на африканском континенте. вспоминается один такой курьезный момент в плане нашего расследования. Не помню, какой это был год, примерно 2017, когда наемники группировки Вагнера появились сначала там в Судане, потом в Центральноафриканской Республике, потом в других странах. И у нас появилась информация о том, где возможно находится база группировки Вагнера в Судане, где они тоже активно действовали. Обычно для того, чтобы как-то геолоцировать все, перепроверить, одним, одним, из способов подобной геолокации является, когда у вас есть какие-то фотографии, видео, которые надо геолоцировать. Если вы знаете географическую зацепку, то есть название там поселка, например, то одним из способов является зайти в тот же в Google и вбить если это не Россия, не Украина, то вбить на английском, например, pictures of, не знаю, там, какого-нибудь там банги одного из городов. И дальше просто берете, сравните фотографии там корреспондентов, может быть, местных жителей с вашей фотографией и ищите подтверждение. Так вот, курьезный момент заключался в том, что деревня, около которой предполагалось, что находится база группировки Вагнера в Судане на границе с Центральной Африканской Республики, называлась на английском «Дафак». Соответственно, когда я шел в Google и поиск по картинкам набирал «Pictures of Дафак», вместо того, чтобы видеть фотографии поселка, у меня появились там тысячи-тысячи фотографий людей, изумленных, удивленных, либо животных с подписью типа «Дафак». Вот, в таким. Тут Тоже был такой забавный и момент – Связанные с топонимами на африканском континенте. И вообще, кстати, говоря про Буркина-Фасо, где тоже предполагается, что действуют наемники Вагнера. По этой части мы сейчас, конкретно лично я, активно работаю с представителями Ганы страна, которая соседняя, соседняя от Буркина фасо которая тоже сильно обеспокоена активностью российских наемников в этом регионе. И это не просто, не какие-то просто жители Ганы, а это прям конкретные общественные деятели, деятели оттуда. В этом плане вот, мое пребывание в Вашингтоне там, сильно как бы, бустануло нашу команду, в плане того, что я напрямую работаю с людьми там, с разных регионов мира по, по нашей тематике. Если из этого получится какой-то расследование или продукт, то, конечно, я вам сообщу какие-то детали по этому поводу. Но информацию мы уже очень активно обмениваемся. И, соответственно, у нас теперь появились в том числе источники как бы на земле там. По части техники, которая поставлялась вот так вот скрыто, про которую я говорил, что типа упомянул, правительство Словении на этой неделе завершило тайную операцию по отправке в Украину партии из 20 бронетранспортеров «Волук», они выглядят вот таким образом. Это справочная фотография. Это не фотография из Украины, просто справочная фотография. И по данным портала, операция по передаче БТР Киеву, она длилась несколько месяцев, потому что сначала эти машины проходили техническую подготовку, затем их перебросили транспортным самолетом в один из логистических центров на территории Словакии или Польши. Была некоторая такая задержка в дальнейшей поставке из-за того, что часть там, логистики в виде транспортных самолетов была занята для эвакуации европейцев из Судана, где сейчас возникает опасность для посольства и иностранцев и прочее. Но вот говорят, что на этой неделе эти последние бронетранспортеры уже были переданы Украине. Вот. В этом плане как бы, приехало все обещанное. А также тут опубликовало один, одно украинское издание обозреватель, инструкцию в контексте возможного появления вражеских беспилотников на параде 9 мая в воздухе над Красной площадью. там Типа, как действовать оператору там, установки радиоэлектронной борьбы, кажется, не помню, не помню чего точно. Ну, там документ такой, как бы, особо ничего интересного, по идее, в плане подавления беспилотников. Меня привлекло внимание другое, что, согласно этому документу, мы увидели, какая бронетехника будет присутствовать на параде, я вам в контексте этого говорил, что мы еще и в прошлом году представляли, как на эти парады смотрят солдаты российские, которые находятся там на линии фронта, у которых там нет техники, ну и острая нехватка всего, а при этом они видят картинку там из той же Москвы, где вся необходимая им техника прямо сейчас катается ради показухи. И вот я задавался вопросом, в том числе, предыдущие месяцы в сводках, типа, интересно, какие, например, те же танки окажутся на параде? Будут ли какие-то из тех, которые прямо сейчас востребованы на линии фронта? Оказалось, да, более чем. Их будет довольно-таки много. Это будет более 40 российских танков, среди которых 12 Т-72 Б-3М, Вот здесь мы их видим. Танки, 12 танков Т-80 БВМ, 12 Т-90 ну, 5 армат это не важно, потому что арматы, конечно же, они никакого роли не играют. Но вот а, Т72, Т80, Т90 они, как видите, тоже на параде будут. Хотя казалось бы, они там куда нужнее сейчас на линии фронта. В том числе там будут и бронетранспортеры и прочая а, бронетехника. Как, как всегда, показуха важнее, чем реальные какие-то там действия на, на линии фронта. И слава богу. А также... Лучше да. бы они туда вообще всю технику да, сгрузили. 8? Да. Также в контексте танков пришла новость из Польши. Там с мая начнется ремонт танков «Леопард» из Украины. Работы по ремонту и обслуживанию танков «Леопард» модификации 2А4 и 2А6 будут проводиться на заводе в Гливицах. Не знаю, правильно стало ли или нет, я не успел погуглить правильно ли на юге страны. А потом говорит министр обороны Польши Блащак. То есть готовят инфраструктуру под будущие танки, которые будут повреждены в ходе контрнаступления, и их нужно будет вывозить на территорию Польши и ремонтировать. И вообще решение о создании такого центра техобслуживания танков в Польше было принято как раз-таки на встрече министров обороны на в ходе последнего Рамштайна про который мы тоже рассказывали. Появилось видео с установкой зенитно-ракетного комплекса Патриот, Который стоит на боевом дежурстве. В этом в этом случае уже мы видим уже скажем так, более убедительное видео, чем те фотографии, которые публиковались до этого. Потому что, напомню, что фотографии, которые публиковались до этого, там было все на фоне неба. Поэтому выглядело это как будто бы прям как коллаж. А здесь мы прям видим прям полноценное видео, где установка едет прям по земле, где-то на территории Украины. Ролик опубликовал командующий воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Соответственно, мы видим, что установка реально уже стоит на боевом дежурстве и работает. Также произошел обмен пленными. На украинскую сторону из плена вернулись 44 человека, об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, в том числе там были и те, кто воевал в Мариуполе, в очередной раз были такие пленные, ну и из разных ведомств тоже там и из пограничников, и из полиции, и из Вооруженных сил Украины, там и других ведомств тоже. А На российскую сторону вернулись 40 бывших пленных. Тоже есть кадры их возвращение домой, в том числе на аэродром Чкаловский. Чикал, Также еще один интересный, тоже объемный такой материал, на который мы обратили внимание. И, пожалуй, даже я на этом, они а хотя будет еще один материал, еще один момент для конца сводки. Очень а, на это надеюсь, объясню. Руслан, очень надеюсь, что будет еще один материал для конца сводки. Да-да. Вот очередной материал тоже от Радио Свобода. Там рассказывается о том, как Предположительно, наемники Вагнера планировали тренировать участников массовых беспорядков в Молдове для того, чтобы фактически подготовить такое а не знаю, свержение действующего правительства в Молдове, прозападного такого правительства. Рассказывается это с ссылкой на документ Минобороны США, утекший. Там, там приводятся данные, что... Подготовку планировалось провести с 24 по 28 февраля в лагере на территории Турции. Однако были вынуждены сменить место проведения тренировки на какую-то локацию в России из-за ограничений на поездки, из-за повышенного внимания турецких спецслужб к российским мужчинам. И также было принято решение увеличить срок тренировок с нескольких дней до одного или двух месяцев. И как следует из утечки планировалось обучить 150 человек. Их должны были обучить как начинать протесты, каким действиям молдавских спецслужб надо быть готовым, как оказывать первую помощь пострадавшим при разгоне митингов, как вести все в случае поимки и так далее, и так далее. Об этом, о том, что готовилась подобная провокация, подготовка к возможному перевороту, об этом говорили и представители самой Молдовы в феврале-марте, об этом говорил, по-моему, даже и Зеленский со ссылкой на перехваченные какие-то данные, что идет вот такая подготовка. В итоге, 9 марта, незадолго до митингов оппозиции в Кишиневе, был задержан на наемник группировки «Вагнера». Об этом тогда сообщала полиция страны. Задержанный он прилетел в Кишинев самолетом и был депортирован в страну вылета, которая не называется, что это была за страна. Опубликовали фотографии его татуировок. Я не знаю, кто, то ли это Марк Крутов, автор статьи, то ли это полиция Молдовы назвала, что якобы это татуировка группировки «Вагнера». На самом деле, это, это не так, я уже не раз, не раз вам об этом говорил. Здесь мы видим изображение, логотип э, телеграм-канала проекта Reverse Side of the Middle обратная сторона медали, который, да, про Вагнеровский, да, он близок к группировке Вагнера. И вообще, в последние месяцы у меня такое очень стойкое возникло ощущение, что Евгений Пригожин начал платить автору этого телеграм-канала, потому что он в последние времена он прям бросается на защиту всей этой группировки по любой тематике. Вот. Но это все-таки не логотип группировки Вангра. И, в принципе, логотип Росотма, Reverse of the Middle, носят многие люди, так или иначе связанные со спецслужбами, правоохранительными органами, армией, наемничеством и прочим подобной, тематикой. А как выглядят логотипы группировки Вагнера, просто напомню, один, один из самых распространенных видов это вот такой. Чаще всего его можно видеть встретить в виде флага на могилах погибших наемников. А есть еще другой логотип, который можно чаще встретить в виде шевронов, на, которые крепят к себе наемники группировки Вагнера на линии фронта. То есть визуально да он немного перекликается, тоже круги, тоже череп. Поэтому, как бы, наверное, неопытный человек может спутать логотип Арсотма с логотипом группировки Вагнера. Там отдельно еще говорится, что этот задержанный, он связан с частной военной компанией Vega Она же Vegas Security Services Про которую мы делали расследование, по-моему, в 2016, кажется, году и С чем связано, кстати, тогда заявление о службе безопасности Украины О том, что лично я и наша команда CIT якобы являемся агентами ФСБ, ГРУ И работаем в интересах кремлевского режима Просто какая была история. Мы обнаружили вот эту частную военную компанию «Вега», которая начала действовать на территории Сирии, именно как частная военная компания. То есть напомню, что согласно классического понятия частной военной компании, это просто вооруженные охранники, либо инструкторы в зоне боевых действий. То есть невозможно представить себе ситуацию, что ЧВК ведет бои, что она выполняет функцию регулярной армии, что у них есть там танки, авиация, артиллерия и прочее. Это полнейший абсурд. Это, к этому обществу приучила просто группировка Вагнера, поэтому я называю их группировкой, а не ЧВК Вагнера. Так вот, ЧВК Вега, они работали именно как ЧВК в Сирии. Они занимались обучением палестинской группировки либо аль -Кутс. И мы об этом написали, мы написали историю этой частной военной компании, указали, что у нее есть в том числе украинские корни, потому что изначально эта ЧВК была создана в городе Николаев, Украины, И один из основателей, он я не знаю, бывший или действующий, он, он, был, как минимум, он был гражданином Украины, Анатолий Смолин. И, ну, то есть, материал был просто такой для людей, которые увлекаются всей этой тематикой. То есть, у меня не было никакого указательства на военные преступления или вообще чего-то такого криминального. Мы просто показали, что вот есть ЧВК Вега, она, в принципе, вот, именно что она? она, именно классическая ЧВК, то есть, в ней ничего плохого нет. И вот, как бы, наш материал о них, о том, чем они занимаются на территории Сирии. Но, к сожалению, тогдашнее руководство СБУ было какое-то такое очень эмоциональное. Они почему-то восприняли это как какой-то негативный выпад и сделали официальный пресс-релиз, что там Руслан Левиев, команда CIT, они являются агентами ФСБ. О, а я ФСБ. верю. Кремля. 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 Вот. Но в итоге с тех времен то руководство СБУ уже отставили, отправили в отставку, из-за чего мы иногда шутили, типа, вот, будете знать, как катить бочку на вот. Ну и с тех пор и ЧВК Вега тоже изменились. Уже после того нашего расследования, там спустя по-моему, даже больше года спустя того времени, мы увидели, что у них появился контракт с Министерством обороны России и какая-то договоренность о том, что Минобороны России будет обеспечить им логистику в плане проезда на территорию Сирии, а взамен ЧВК Вега будет обучать осадистские группировки сама ЧВК Вега у них появилась база, по-моему, под Ростовом если не ошибаюсь, при этом формально они были зарегистрированы на Кипре вот, но сейчас, как мы видим заявляется, что эта ЧВК Вега, она вот, как раз причастна к подготовке вот этих вот провокаторов якобы протестующих которые должны были готовить переворота в Молдове, такой вот интересный материал по этому поводу ну и теперь уже завершая сводку на том, о чем, как бы я обещал по части материала Института изучения войны, который, по большей части, он, я бы сказал, даже не про перспективы украинского контрнаступления, а по поводу того, насколько российская страна готова... Да, про перспективы обороны. российской обороны. Да. да, перспективы российской обороны. Мы пока что мельком его прочитали, в том числе вот этот пересказ чей это был BBC или кого, я не помню кого, их основной материал. Потому что сам материал довольно-таки большой, там больше сотни у них источников на ну, ссылки на, на, источников, поэтому это тоже, в том числе, и отложенный материал на выходные для более подробного изучения. Но если коротко, наше мнение такое, что в данный момент, как мы это видим, исходя из тех данных, которые мы, мы обладаем, российская сторона ограничена готова к обороне. То есть, с одной стороны, благодаря тому, что про контрнаступление известно давным-давно и прошло много времени. Россия смогла создать фортификационные сооружения на многих территориях, те самые траншеи, местами в той же Донецкой области. Надал бы есть те же, например, соответственно, как будто бы подготовился к обороне. И в этом плане такие вещи, они действительно играют значимую роль. Плюс минирование территории тоже имеет большую роль. Напомню, что в, в, в контексте многих событий, там того да, же Северодонецка, Лисичанска, э, Кременной, э, каждый раз мы подчеркивали, что порой местами боевые действия замедляются из-за того, что территория заминирована. Потому что сначала территорию нужно разминировать, и только потом ты сможешь продвигаться. Это серьезнейшая проблема для продвижения. И вот у России было время для того, чтобы значительную часть территории заминировать. Создать там траншеи, выкопать, построить фортификационные сооружения. С другой стороны, мы видим, что есть вот эти вот проблемы и с нехваткой техники, и пригожин опять вот говорит про нехватку боеприпасов почему-то. Мы видим, что есть проблемы с личным составом, в плане того, что новой волны мобилизации не произошло на данный момент. Как мы видим, вот эта вот запущенная рекламная кампания от Минобороны России типа давайте вперед, защищать родину как мы видим, пока что плодов никаких не приносит, но это, в принципе, и ожидаемо. Нету очередей в военкомат, чтобы подписать контракт и отправиться умирать за Путина. Ну вот. Соответственно, нового массового притока людей нету. Есть мобилизованные, в том числе и те, которые, как мы полагаем, еще активно не были задействованы на линии фронта, то есть они присутствовали там на учебных полигонах, они обучались, либо они присутствовали в тылах, но на передовой еще не были. Соответственно, их можно Какую-то ротацию еще можно проводить. Но все равно это в основном сейчас большую роль играют именно мобилизованные. Люди не мотивированные, люди плохо подготовленные, плохо обученные. И поэтому мы говорим, что к обороне скорее не готовы ограниченно, То есть мы не готовы были бы сказать, что Россия прям полностью готова к обороне и там шансы по этому наступлению украинского там меньше, чем мы могли бы там ожидать. Нет, такого мы не говорим. Мы скорее говорим, что э, возможности э, российской обороны, они сейчас ограничены. Если мы дополнительно на выходных это более детально изучим большой материал этого института изучения войны, если что-то еще там интересное найдем, в чем как бы, мы не уверены, то как бы, я это отдельно подсвещу, как бы уже в понедельник на сводке. Спасибо тебе большое и увидимся завтра. Всего доброго, пока.